Есть. Есть. Все, горит тигранчик. Тигран, теперь ты не эвакуаторщик, теперь ты автовозник. Ты с улицы, ты с трассы, дальнобойщик. Давай, счастливо. Привет, ребят. Ну, как вы уже догадались, в принципе, я дал Тигран, продал, отдал. Я его даже никуда не оставлял, ничего, вот сразу. Разыграли его среди своих в компании. Вот. Меня успешно прооперировали. Мне сейчас, кроме перевязок, каждый день ничего нет. Ну, там уколы, такая всякая шляпа. От стационара отказался. Хера мне там пролеживаться. И мне позвонили мои любимые Марк. Говорят, ты знаешь, через пару дней будет готов прицеп. Ехать я в Челябу не могу, потому что у меня нет возможности по здоровью. Это раз, два, у меня нет зимней резины ехать на север. Очень хотелось к ребятам в гости попасть, но так получилось. Я хотел к ним попасть в начале весны, но вот, вот так вот, вот все срослось. Вот так вот все получилось. Сейчас решаем вопрос, как отправить ко мне прицеп. Вот. Сейчас вам покажу свою рожу бесстыжую. Наверное, видно, не знаю. Поставили на перед мы пневму. Ну и так, коротко о пневме. Хода сумасшедшая, машина может в полы опускаться, как она у меня валялась без пневмы. И при этом я ее могу поднимать, по-моему, даже выше стока. Комфортная езда. У меня сейчас на двух барах. Мягенько, кайф. Колейку не цепляю, яма не боюсь, бордюры не боюсь. Вообще класс. Но на схождение еще не ездил. На поехать будет на схождение. И есть нюансик из-за того, что баллоны очень большие. Ну, там даже не дело в том, что они большие, как бы, чтобы этот рычаг работал правильно, в отличие от некоторых, не буду говорить, у кого, да, пришлось поближе к колесу подушку ставить. Но полтора оборота я руля делаю, как бы, мне не доход полуоборота, может, даже чуть меньше. То есть там на рай, да, на этих игрушечных маленьких подушках, которые нихуя не поднимают, ребята, когда ставят 195-е колесо там или разварку, у них трет при вывороте. Задевает чуть-чуть. Вот у меня сейчас плюс-минус, как на разварках. Но проблема решаемая. Просто у меня подушка в 4 раза больше, чем та сыпуха маленькая. Я заказал диски с другим вылетом. Они заготовят штампы, все экстовские, просто будет вылет чуть-чуть больше. Но ширину я оставляю такую же, потому что я не хочу разварки, я не хочу там 215-е шины, мне они нахуй не нужны. Вот, и как раз он будет такой поприкольнее смотреться, поднабыченный на обвесах. Колеса будут четко не внутри арки торчать, а будут четко с крылом, ровненько. Вот, сейчас мы едем с больнички на автодром. Надо забрать дрифтовый Nissan SX200. Или 180, не помню, по-моему, 200. На обвесах GT Tuners, там со сплиттерами, с всей хуетой. Как раз на нем сейчас потестим, как у меня работают низа, вверх-вниз. Погнали? Как вам погодка? Ёжики в тумане.
красиво. Романтика. Ебать, какой фартовый у меня клиент. Там забор в миллиметре от его багажника. А вот BMW за ним стоит, ей не повезло. Ветром, походу, завалило забор. Сейчас будем грузить. Ну, вот так вот, ребят, должна работать пневма. Ты же видите, какой у меня въезд пологий стал. Я бампером наложусь на асфальт. Машинка довольно низкая. Жопа спущена. Морда поднята не на всю. И это даже не на всю. Огонь. Чем не стоп? Ну реально как стоп. Красотка, блядь. Сейчас мы ее опустим и красиво поедем, блядь. Все, по два бара. Перед, зад. Красивенько стали. Можно даже морду еще ниже сделать. Ну четко ж, пацаны. Вот это удобство работы, блядь, я понимаю. Определенно удобно, пацаны. Жопу спустил, морду поднял. Угла нема. Вообще ничтяк. Погнали, разгрузка. Супер низко. Бомба. Я кайфую. Я был уверен, что у тебя будут ключи. В рейс беру собак. По городу не беру. Фига, бля. Красавчик какой. Так пишу. Была проблема, нет проблемы. Я нашел ключ. Ну, просто он такой прикольненький. Его если в цвет запорожца то покрасить. Угу. Он как игрушка. Рафик на посадке. Поработали сегодня, все, хватит. Завтра 31-го у меня еще одна перевязка. Вроде дренажи снимут все с щеки. И не знаю, когда потом в больницу. Короче, поработали мы. Зафигачил руку себе, блин. Фаркоп снимал. Все запесочило там, короче. Надо будет на праздниках все это почистить, подкрасить, обслужить, смазать, аппарели помазать. Туманище просто жуть. Пробки сатанинские, сука. Такое ощущение, что сегодня решили все купить, блядь, горошек, блядь, с картошкой и колбаской, чтобы сделать оливье. Суета. По поводу прицепа. Я договаривался с Тиграном сразу изначально, что я ему его отдам. Мой придет в первых числах января, должен приехать в Воронеж, наверное. Еще вообще там непонятки с доставкой, потому что я в Челябу поехать не могу. И по состоянию здоровья, и по автомобилю как бы своему. Вроде бы они там доставлять будут Марк в Воронеж, и возможно ему и туда потащат. До Воронежа это 580 километров, в принципе. Не 3000 километров ехать. На ТОху машину не ставил, потому что у меня легковушки сейчас нету. Я каждое утро езжу на перевязке в больницу в другой конец города, на Газели. Неделю не работал сегодня. Прям там поднакопились машинки, надо было подразвозить. Низкие тачки. Даже Рафик низкий, ё-моё. Что еще хотел рассказать? По поводу левый фонарь задний, то, что он у меня там габарит наполовину горит. Ребят, ну, как бы фара два или три раза получала поджопник, ну, в ДТП мне в жопу прилетали. Она там в трех местах лопнутая, там воды в ней куча, но она должна была этой зимой сдохнуть. И то все работает, вот габарит напополам работает, то включается, то не выключается. Не знаю, то ли нагревается проводка там и начухивается, то ли вода высыхает, не знаю. Весной просто новый блок фары туда закачу и все. Я его там клеить, паять не хочу. Они на
свои бабки отработали сверхурочно. Ну и что, ждем. Следующая серия, не знаю, наверное, будет либо рейс, либо Москва, либо на Белку поеду с Женей. И плюс потом забор прицепа. Забор прицепа. В заборе прицепа. По поводу, где его буду ставить. Конечно, хотелось бы его дома ставить, но скорее всего я его буду ставить недалеко от моего дома, где я подрабатываю, автодром. Там мне ребята охраны сказали, сделают мне очень вкусную цену, очень классное предложение мне сделали. В принципе, мне там будет с ним легче и разворачиваться, и парковать его. И ребятам свет, вода, все есть, и поковыряться можно, как бы мне с ним там будет, и с газелью, с ним там эстакада, но она без ямы, ну. Короче, площадка довольно-таки большая, асфальтирована, никакой грязи нет. Мне вот прям вот и хочется, и колется, что под домом это одно дело, но с другой стороны, как бы такая бандура уже будет с ней неудобно и соседям, и мне заезжать, выезжать с ним будет, ну, из коттеджной зоны будет крайне тяжело, потому что, ну, все-таки 11 метров длина прицепа и 8,3 у меня длина. Представляете, да, 19 метров, блядь, приехать в частный сектор, ну это пиздос. Такие дела, что-то еще хотел рассказать. Не знаю, когда я мотор крашеку поставлю на ТОху. У меня как бы вообще номер один задача — устранить течи в сеть. Прокладка должна 3 января прийти поддона. Я еще увидел, что мне с поддона сопливит. Крышка новая в сборе пришла уже, рига. В принципе, осталось там пару резиночек придет, и можно машину закатывать. Да и заодно сразу и ТО, наверное, сделать, хотя я всего накатал там 5500. Но в любом кайфе поддон снимать, все масло сливать. Фильтра все оригинальное, дома есть, лежит. И ждем диски с Новокубанска. Константин заказал. Константин поехал сразу, купил диски некстовские нового образца, как я хотел себе. И они сейчас на них изменяют вылет. Будет красотка. Ну, по эффекту будут смотреться как разварки, но они будут не разварки. Ширина останется та же. Я не хочу разварки себе ставить, широкую резину. Что еще у нас на повестке? Да и вроде все. Выздороветь надо, блин, хреново. Сегодня поработал, и мне реально в пот бросает слабость. Хреново, я еще не окреп после операции. Ну давай, вот, блядь, вот Ростов, ебаный. Надо подрезать, а потом, нахуй, блядь, притормозить и подождать, впустят меня или нет. Начал резать, режь уже до конца, бей, блядь. Я шучу, не надо бить машину мою. И хочу, блядь, безумно себе в бампер туманки вот эти нового образца, которые вышли, там они че, лазерные, че какие-то там ледовские, линзованные. Не вот эти кошачьи глаза, а вот именно прямо хорошие. И люстру хочу. С люстрой уже, наверное, всех заебал. Хочу люстры поставить. Но я сейчас думаю, либо в места, где будем сверлиться, наверное, бронепленкой с обоих сторон снизу сверху затянуть. Возможно, к Марине отвезу, где... Ну, Марина, которая делает тренировку, вот, которая мне сзади винил делала и наносила. Либо какие-то искать, вот как здесь на нем резиновые втулочки. Ну, эти втулочки хрен где купишь, короче. Вот такое кино. Ну и надо будет на праздниках все отмыть кабину. Да и машину по-хорошему, не знаю, наверное, завтра 31 декабря, после перевязки поехать, что ли, ее намыть. Мне бы мокнуть сейчас нельзя. Короче, следующая серия кино будет еще то, походу. А, ну и как вы поняли, да, следующий прицеп тоже фирмы Марк.
объясню, почему не Радван, почему не Виола, не Галла, там, и не прочие другие там польские, немецкие фирмы крутые. Да, реально притянуть там за баснословные деньги. Но у Рудвана мне не устраивает на двухместном прицепе, что у него так же, как и на одноместном прицепе. Короткие сходни, узкие короткие сходни, их подбрасывают, блять, они слетают, бывают. На марке мне один раз подбросило, не вылетело, но тем не менее. Я работал с Радваном и с Виолой, я манал. Такой секс, когда один грузишься, чтобы какую-нибудь товарную машину уронить, но мы не для этого работаем, стараемся, чтобы вот так вот оплошать. Это раз, два, три, если вместе по серпантину мне будет хреновато ездить и будет дышло очень нагружено. Я хочу фаркоп максимально разгрузить, а это может сделать только прицеп с поворотной оси. Соответственно, на рынке мне могут предложить такой прицеп только Марк. Остальные никто у нас не делает. Есть еще Таурус делает, но это уже зарубежная компания. И Фиса Белоруссия. Цена, качество меня не устраивает. У Фиса и у Таурусов стил также либо оцинкованный, либо алюминиевый. Два варианта. Ну, у Тауруса алюминка, а и у Виолы. А на Фиса идет... Проезжай. Анафиса идет, пожалуйста. Идет обычный оцинкованный настил. Но они все на заклепках, либо прикручены. Со временем все это по пизде идет, рассыпается. Там надо варить, переваривать, стучать, тарахтеть, резать, сварить. Не хочу эти головники. Я покатался с конца августа с Марком. Он меня вдоль и поперек устроил, ребят. Что меня там не устроило, я уже говорил. Леды, ну, освещение, да, бортовое. Я его поменял. Цена вопроса копеечная, но в таких масштабах, когда идет речь о покупке прицепа, это ерунда. Сейчас, который они мне делают еще один прицеп, он тоже будет под заказ. Вот мне еще очень что нравится, ребят, Марк делает так, как вы просите. Вы говорите, хочу апрели 2,5 метра, но они вам сделают. Хочу 3 метра, они вам сделают 3, 5, 8, хоть в космос, блядь, сделают. Говорите, хочу 2,15 ширину рабочую, внутреннюю, они сделают. Говорите, 2,20, 2,30, 2,40 они, я знаю, делали людям. Потому что они вам сделают, ну, как бы просчитают, плати бабки, они тебе сделают, что хочешь. Ну, я такую фирму очень долго искал, потому что сколько было прицепов, да, там, Рудван эти, ну, они пишут в объявлении, что мы вам там любые параметры можем в Польше заказать. Да хуй там кто заказывать будет, под шаблон эти прицепы прикатывают. Никто ничего там не будет под заказом делать. А если и будут, они вам там цену выкатят такую же, просто ужас. На сегодняшний момент у них прицеп 1,080 стоит. Внутренняя ширина 2 или 2,05, длина 8,5. Ну, это, короче, да, там Гранты, Весты будут становиться, а какие-нибудь там, типа Passat, там Camry, они уже будут со свесами. Мне это не устраивает. То есть я, ну, как бы мне Тимофей рекомендовал брать 9,3 длину в чистоте. Я заказал 8,7 на 2,15. Для моей работы этого хватит. Я, ну, не хочу там быть на грани около 20 метров в негабарите. У меня и так получается сейчас 19 метров ровно, по-моему. Я хочу остаться в них. Я знаю, что на 8,7 мне будет хватать. Да иди нахер на своем кашка, ё, недорос, сынок, ё-моё. У тебя столько нет мощности, как газерати. И мне этого хватит. Поворотка, да, там есть нюансики, задом сдавать. Но зато на нем легко будет крутиться, на нем легко будет по серпантину ездить. У него не нагружено будет дышло, он не будет давить на фаркоп. Он более устойчивый, он более поворотливый, он не склонен к воблингам, то есть, ну, там много моментов всяких. Он у меня будет на рессорах кнот, он будет низенький, там будет перекидка. В дальнейшем я себе второй комплект аппарели закажу, но не марковский, я хочу алюминиевый, чтобы они были полегче. Да и, возможно, скорее всего, поеду к дрифтерам, чтобы там они крепление аргоном что-нибудь там придумали, поварили, заварили. Сделать перекидку, типа как на полякском, но это тоже там еще пока не точно в раздумьях, потому что
у меня хвост низкий, и скорее всего прицеп, ну, аппарели будут с перецепа на платформу мою, когда перекидываться, будет большой бугор. Поэтому еще не факт, я не знаю, это уже как прицеп будет, буду мерить, смотреть, как, что, получится, не получится с перекидкой. Ну, вот такие вот у нас планы на Новый год, ребята. Чуть-чуть я не успел докопить на прицеп. Ну, брата подзайму. Там не хватает, по-моему, стоит 100 тысяч, да. Ну и плюс там доставка, наверное, где-то выйдет 1050, не меньше. Короче, 150к мне надо еще. Число 8-10 января он уже должен быть, по идее, в Воронеж. Ну, на днях буду созваниваться опять с Тимофеем. Вот моя причина, почему я на марке. Опять с марка на марк. Соседка поехала. Че, давайте, пацаны. В следующем кино увидимся. Уже, надеюсь, буду не больной, не хромой. Все, давайте. Не хромайте, не пердите.